одну минуту. Выборы президента Российской Федерации состоялись. У нас будет телеканал, все получится. Вы смотрите телеканал «Дождь». Optimistic Channel. В эфире экстренный выпуск «Здесь и сейчас», телеканал «Дождь». Опять же, в Твиттере возмущаются тем, что BBC и CNN уже показывают какую-то картинку с места событий. Российские каналы, имеется в виду федеральные каналы, прежде всего, все еще нет. Вначале я думала о том, что это будет какой-то канал культурный, интеллектуальный, лайфстайл и так далее. Но когда вдруг я стала узнавать больше, я вдруг поняла, сколько вокруг несправедливости, которую я просто не видела. Я точно буду бороться за канал и за возможность работать независимым каналом. Что? Не выходим. Итак, новости телеканала «Дождь». Нас отключают. На сегодняшний день осталось жить один месяц. Это не слова и не просто так. Вот то, что через месяц мы должны закрыться. Сегодня 17 июня 2020 года. На «Дождь» приехала полиция. Началось.